Если что, CS 2 уже запущен на Сабишоке. Вы можете поиграть 5 на 5, десматч и паблик. Если у тебя есть бетка, you are welcome. Привет, я Эрик Шоков, и сегодня вышел большой апдейт в Counter-Strike 2. И моя задача об этом тебе рассказать. Давай приступать. В игру добавили точный рейтинг, который демонстрирует ваш навык, прямо как ММР в Доте. Будут лидерборды по всему миру, по регионам, а также среди друзей. Фича звучит классно. И это то, что мы хотели от Valve. То есть год назад Ричард Льюис был прав, а мы считали его клоуном. Но тут остается главный вопрос, а как они справятся с читами? Сейчас нет читеров, но что будет потом? Никто не знает. Valve начинает массово высылать инвайты игрокам. Основной критерий – активно играть в CSGO и иметь Prime статус. Напишите в комментариях, кому не выпала бетка, но вы попадаете под критерий. Вводится система MR12, то есть 24 раунда за полную игру без овертаймов. Сегодня в наших катках будет овертайм, и вы увидите, как это все работает в матчмейкинге. Мое мнение насчет этого. Я считаю, что это нормально. Я не особо заметил большой разницы. Я думаю, процентов 20-25. Да, игра уменьшилась по времени, но из-за этого это хочешь сыграть больше, соответственно, смотреть турниры будешь больше, потому что каждая карта будет занимать меньше времени. У меня в телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается 3 джерси Сабишок Esports. Доставка по всему миру, итоги через неделю. Ссылка на конкурс есть в описании ролика, успей принять участие. Добавлена карта Инферно. Визуальная переработка очень заметна. Да, наверное, это одна из самых лучших работ, которую делали в Valve. Из депрессивной, грязной, темной карты они сделали яркую, кайфовую, веселую карту. Мы сегодня опять же на ней сыграем. Появилась возможность моментально сдаться в случае, если ваш тиммейт покинул игру. На самом деле я тут не вижу логики. То есть смотрите, вы играете в команде 5 человек, выходит один человек, и если хоть один голос будет за сдаться, игра заканчивается. Я думаю, это исправят через неделю-полторы, потому что это будет абьюзить. Также GapFollower считает, что для калибровки CS рейтинга нужно отыграть те же 10 каток. И теперь это будет единственный ранг, который отображается в главном меню, помимо Wingman. Теперь на каждой карте у вас будет отдельный ранг. На Мираже у вас может быть Global, а на Дасте Калаш. Это звучит очень радикально. Сейчас на самом деле Valve делает очень много чего радикального. И, наверное, вот такие вот меры и вызывают эффект вау. И такое чувство, что это в целом не навредит. Зато люди смогут поставить себе цель играть не только Мираж. Ну, вы все понимаете то, что на Мираже будет у всех хороший рейтинг. И таким образом Valve хотят сделать разделение, что есть матчмейкинг, вот с этими старыми званиями, а есть нормальный рейтинг, который называется уже Elo. Он будет только в премиум матчмейкинге. А сейчас моя задача пройти калибровку, на которую потратил более чем 10 часов. Посмотрим, как выглядит повышение ранга и вообще зачем все это делать. И стоило ли того? Буду рад 15 тысяч лайкам. Ну, а мы приступаем. Погнали. В это время все уже спали, поэтому я пошел в соло. Да-да, я рискую. Первая катка была похожа на разминочную, потому что пол игры я настраивал разрешение и прицел, потому что конфиг никак не перенести. Спасибо кранам. Сейчас моя задача апнуть максимальный уровень, который возможен. Соперник исключает две карты. Он убрал Анубис и Вертиго. А, мы голосуем. Давайте оверпас исключим и нюк, ладно. Будем как стадо. Блин, на самом деле прикольно. Они улучшили систему после CSGO. CSGO, если что, был такой же режим, пример, но не особо был популярен. Вау! Так, выберите начальную сторону. Ну, за КТ давай. Интересно, правда интересно. Someone B, B, it's B, it's B. Найс. Это просто пиздец. Мне не нравится картинка. О, красиво. О, какая красота была, какая была красота. О, слушайте, пропала очень важная информация, кто какой раунд взял. Мне не хватает этого на самом деле. Сити. Найс. Он успел или нет? Нет, серьезно. Ай-яй-яй. Так, что у нас появится сейчас? Мне нужно 10 раз победить или 10 каток сыграть, я вот не помню. Выиграть. Вторая игра была тоже в соло, но уже на оверпасе. Спасибо пацанам, которые были в катке, они рвали. А я не нашел свою игру, к сожалению. Оверпас. Не, ну конечно, оверпас гораздо лучше выглядит, чем мираж. Вот на мираже настоящая желтизна. Перебор. Какого черта он меня чекает? Ай, на самом деле я вообще не хочу проигрывать эти игры. Сука. Шорт, ласт шорт, визу. А, сори. Я кину флеш, Кингвей. Выйдешь?
килл. Найс. Найс. Ну как? Я не понимаю, у меня не идет игра. Ну, блин. Минус лонг. Лонг, behind. Молодец. Молодец. Он у вас. Найс, молодцы, давайте. На кроссфайре. Я закрыт. Молодец. Сорян, чуваки, не пошло. Третья игра. Я пошел снова в соло на карту Нюк. Я сейчас записываю эти голосовые и просто не помню, что я играл сегодня на этой карте. Ребят, это дурка. Не делайте так. Играйте по 3-4 катки максимум. Last heaven. Last heaven. Nice. Nice. Ну, на самом деле, моментами такое ощущение, что здесь лучше стреляться. Как-то больше контроля, что ли, с правой. Четвертая игра моя самая любимая. Мы забрали пати из прошлой игры. Это классная практика, всем советую так делать. Если, конечно же, находили синергию с прошлой командой. А почему она стала моей любимой, вы увидите в конце. Я... Дашь мне буст? Найс. Туда их. Еще один там. Помогаем, помогаем. Нормально. А, заходим. Давайте быстрее лонг, потягивайтесь. В туалет. Че, доп у нас будет, да? Забыл. Первый доп, первый доп. Даже сейчас, сейчас. Давайте фаз Б, да. Вода последняя. Ребят, не пушьте их. Как они это делают? Как они это делают? Как? Хорош. Осталось 7 побед. Пятая игра. Я снова пошел в соло. И опять карта оверпас. Поэтому пройдемся по ней быстрее, чтобы вы бы не устали. Сидите вас. О, боже. Мне кажется, мне просто везет, поэтому я сейчас должен собрать какую-то пати. Кстати, я ее играл без камеры, потому что поставил ее на зарядку. Она не была готова к моим челленджам. He's going. Вау. И такое бывает. И такое бывает. Это засчитали как победу? Да, супер. Седьмая игра, и все идет круто. У нас всего одно поражение, и осталось всего выиграть 4 игры. Вы представляете, у нас статистика 5-1. Ну. Лол. Вот это я умею. Вот это я... А, я был один. У меня команда молчит после таких моментов. Я в шоке. Ну, они ничего не говорят. Ни инфы, ни благодарности. Найс. 4 катки. И совсем скоро мы узнаем свое звание. Восьмая игра станет исторической, потому что я познакомлюсь с ребятами, с которыми сыграю все остальные игры. Пискер.
Видишь? Так, да. И что это еще? 10-й вот. О, 19. Что это значит? 19-тысячное место? Я не знаю, 19-1657. Что это такое, я не знаю. У меня 10 из 10 выиграно побед. И получил ты 19 тысяч, да? Да. А у тебя, твоих друзей сколько побед? 7. Ладно, погнали вместе. В 9-й игре с ребятами из прошлой катки мы показали всем, что у нас будет глобал на мираже. Очень легко играть против тех, кто не понимает, как поставить свой конфиг. А вроде бы тут пока нет подбора, поэтому надо этим пользоваться. Убил. А, убил. Еще два. Между. Хорошо. Есть раскидка под. Убил. Ковры вышли. Пауз. Между. Дефиз. Найс. Явик шорт. Нет, два ямы. Еще. Явик смог ковырнул. Хорошо. Еще есть? Убил. Хорош. Ну, вроде успел. Ну, так я же. Там же. Яма у нас. Нормально. В 10-й игре у нас был красивейший Ancient с той тройкой из 8-й игры. Ой, красивая карта. Подожди. Очень красивая карта. Китов не было вроде. Хорош. Альтом был, да? Убил кейф. Саня, иди останься. Хорошо идет. Кейф. Этот меня ждет. Можешь. Да, что, одна осталась или две еще? У меня две. Нет. 11-я игра была основана на новом Инферно, и нам остается всего две победы до калибровки. Прошло уже более 8 часов челленджа. Моя статистика 8-3. Все. Долго. Мразь. Я говорю, что на хорош? Дал. А, и за тройкой остался. Уходи. 12-я игра вас удивит. Мы сделали очень редкое событие, которое вам будет всем полезно увидеть. Обязательно досмотрите эту катку до конца. Хорош. Еще один. В сайте. Хорош. Девятка. Не умирать, но. Хорош. Хорош. Топы тоже там. Допом можно как играть, если что. Уже не... Молодец. Хорош! А, нет. Он с бомбой. Отжимаешь их. С хэдшота, который выезжает. На меду. Упор. И второй тоже. А, будут еще одни? Конечно. Я думал, ничья. Да, ничья. Ничья. 13-я игра, и мы все еще с той же тройкой. Боится, что. Вал он хуярит. На бусте. Бля. Короче, ну давайте еще что ли. 14-я игра будет на мираже. Хорошо. Вот так вот бегаешь. Не дай бог Макса затроллит. 15-я игра и снова мираж. Оп. Я красный элик. Хорош. На нашего хочет. Хороший гарант, там мотов есть. Снайпер. Ау. Сайт? Сайт, да. Так. И мне дали... Шок удивляй. 15 тысяч. Да, нормально. Закончилась наша калибровка, 15 тысяч очков, и, конечно же, это все сбросится, потому что 24 сентября вроде бы будет новый настоящий сезон, а это пока что бета-топ. Я снимал этот ролик с 4 утра до 3 дня. Это очень много времени, поэтому буду очень рад вашей подписке на канал. И если вы посмотрите вот этот ролик, который у вас вот здесь, он вам понравится, реально кайфовый. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.